«Золотая пора» – так называется сюжет, посвященный осени в Гагре. Материал подготовила София Панцулая. Осень разукрасила улицы города яркими красками. Непредсказуемый ноябрь радует гостей обилием фруктов, беззаботным отдыхом, чистейшим и еще вполне теплым морем. Тишина, покой, просторные и почти безлюдные пляжи – вот что ожидает туристов в бархатный сезон. Абхазия прекрасна не только летом, но и осенью. Такое буйство красок и листьев в это время года невероятно завораживает. Нигде в городе нет такого количества листвы, как в парке. Осень уже вносит свои заключительные штрихи, вечерами становится холоднее, и сразу появляется та самая светлая меланхолия, характерная для этого времени года. Листья укрывают ярким ковром тротуары, и несмотря на все великолепие красок, в городе остался ряд проблем, которые плавно из лета перешли в осень. Бесхозно брошенные торговые лавки, будки, старые сооружения, требующие ремонта. Но несмотря на вышеуказанные проблемы, Абхазия является магнитом для туристов и путешественников. В связи с пандемией коронавируса туристический поток в этом году увеличился и превысил максимальное число за последние 30 лет. На сегодняшний день заполняемость отелей в городе более чем на 80%. И неудивительно, ведь осенний туризм, он более спокойный, он для гурманов. Уже не так жарко, воздух пряный и свежий. Хочется бродить, шуршать осенними листьями, изучать город. Прелести бархатного сезона – низкие цены на жилье, солнечная теплая погода и, конечно, фрукты. Апельсины, хурма, яблоки, орехи, мандарины, фейхоа. Все рынки района буквально завалены ими. Абхазия из года в год готова принимать своих гостей, одаривая их теплом, гостеприимством и красотой. Но и жители города должны постараться, чтобы эта красота была не только природная, но и человеческая, а значит, забота нашего города в наших руках.